Привет, друзья! Гортензии цветут, начинают распускаться. Прекрасная пора, очень нравится наблюдать за ними. Такой свежий, светло-зеленый цвет соцветий мне очень нравится. Но есть одна небольшая деталь, которая может омрачить. На некоторых гортензиях вы тоже можете видеть у себя в саду, чаще, конечно, в горшках, но бывает и в грунте. Пожелтение и затем опадение листьев. Это может происходить чаще всего из-за недостаточного полива. Упустили полив, пересох земляной ком, и первыми страдают нижние листья. Вроде полили потом, восстановился саженец, но если до определенной стадии лист был без воды, засох, он уже не восстанавливается и отмирает. Еще это возможно из-за того, что листья находятся внутри куста, в тени, и получаются такие естественные причины, аналогичные приближению осени. Вот, поэтому опадают и желтеют только листья внутри куста, или если, например, загущенный куст, или когда плотно стоят. Вот. То есть гортензия при этом набрала соцветия, все остальные листья прекрасно выглядят, никакого ни хлороза, ни других заболеваний нет. Вот. Поэтому, особенно в жару, следите за поливом ваших контейнерных растений, гортензий в кашпо. Обеспечивайте им регулярный полив. Хотя и перелив, конечно, тоже нежелателен.